Станислав Иванович, вторая игра завершилась, две победы, отличный результат с точки зрения турнирной стратегии. Но, тем не менее, как бы вы в целом итоги этого сбора подвели? Вот, потому что, действительно, как многие говорят, 9 месяцев не собирались. Ну, понятно, мы ждали этого сбора с нетерпением, и по большому счету, что предполагали, то и получили. Настрой на игру есть, желание играть в сборной есть, но какие-то связи, естественно, притупились, и тот уровень, который нас на уровне сборной ждет, все равно чуть-чуть подзабыт. А так я доволен, что мы обе игры выиграли. Ребята, я поздравил вот с этим сбором. Ну, естественно, те нюансы, которые и те недочеты, которые были и в той игре, и в этой игре, ну, естественно, мы спокойно тренерским штабом для начала разберем, потом на следующем сборе футболисты об этом узнают. Сербская команда как бы покласснее считалась с точки зрения там, мнений экспертов, журналистов, но игры получились как бы обе очень тяжелые. Ну, здесь вот уровень именно соперников, он, ну, скажем так, насколько сопоставим с нашей командой? Ну, я не помню, чтобы сборная легкую игру когда-то проводила, потому что на таком уровне легкого ничего не бывает. Понятно, что сербская команда по именам класснее, но день на день не приходится. И в день X, как я часто говорю, что наша команда, что команда соперника должна быть готова. И в той игре, и в этой игре мы были на чуть лучше, поэтому и выиграли.